Всем привет, с вами Сёулин Чай, и мы снимаем новое видео, как мы провели наш сегодняшний день. Рассказываю. Сегодня я достал продукты, оценка? 5? Нет, достал дядь Мифа. А, да, 2. 2. Это надо доставать, когда нету... Всем привет. Это когда надо доставать, когда дядя Мифа... Это когда мы ничего не купили. А тут так доставать, купили, вчера дядя... Мам, послушай, мне жалко, послушай. Давай. Вчера дядя Миша приехал. Две сумки купил. Сколько купил сумок? Сколько? Не знаю, не видела. А, блин. 2-3. Ну, кто сказал, что, сколько сумок тебя купил? Ты не умеешь считать. Вот. Я не видела. Сколько? 2. Никакой 2, он что, мало купил? 3? Сколько он купил? 3 сумки. Сколько? 3 сумки. Пакетов? Пакетов сколько? 3. Чего? 3 пакета. 3 пакета. Мы не стали рисовать продукты. Мы решили на завтра, мам, послушай. Да. Мы решили продукт не доставать, мы решили на завтра оставить продукт. А чё? Все равно нехорошо переписывать продукт чужие. Ладно. Да. Мы перепишем. Ладно, не надо лучше достать уже брать продукты и снимать. Нехорошо. Все. Начинаем снимать видео. Все. Вчера дядя Миша приехал. Поужинали с дядей Мишей. Мам, позудись, у меня ничего не зудит. Давай. Все молчит. Надо говорить. Все хорошо. Сейчас перестану снимать, в таком настроении мы не будем снимать. Тогда я продукты. Рассказывай, ты уже устал спать, сейчас тебя вложу. Сейчас я все удалю. Давай, мне еще надо суп варить. Если ты не будешь снимать видео, я на вас буду телефон, я сменю такси. Вот будет прикол. Начинаем! Да ты, Батя! Говори! Поужинали вчера дядей Мишей. Пошли в туалет. Что я сделал в туалете? Вопрос. Попу сжимали или нет? Нет. Почему? Сжимали. Ответ нулевой. Попу сжимали душем, потом покакал я, потом попу помыли с мылом, потом попу вытерли полотенцем, потом зубы почистили зубной пастой, потом лицо, потом рот выполоскал стерином, потом лицо помыли с мочалкой и с мылом. Вчера я себя плохо вел. Оценка, дяди Миши, оценка. Оценка. 5. Какой 5? У меня вообще оценки было. Вчера я себя плохо вел, дядя Миша. 3. 3. Легли спать, а во сколько? 12. Оценка 12. 3. Очень долго лежали. Да. Не могли заснуть, не могли. Так что плохо тебя легли спать. Угу. Легли спать, встали. Во сколько еще не встали? Я встала в пол восьмого. Оба? А ты встал? Ну, ты встал в 8. 8. Оценка? 3 надо раньше встать. 3. Встали. Спал еще. Еще долго спал. Оценка? 5. Такой 5. Спал и долго. Долго спал. Представил, что каникулы сейчас начались. А долго я спал. Оценка? Долго я спал. Оценка? Оценка 5. Я все. 3. 3. Долго спал. Потом пошли в туалет. Пописал я. Пипиську эту бумажку. Вытрел пипиську и бумажку. Потом. Руки помыл с мылом. Глаза помыл. Руки вытер, глаза вытер. Угу. Потом зубы почистили зубной пастой. Потом лицо помыли с мочалкой. Да. С мочалкой. Потом. Лицо помыли с мочалкой и с мылом. И рот полоскал с турином. Потом. За нами что потом приехало? Ну, любой ответ. Лицо вытер. Вытер, потом одели трусики, футболочку. Да. Штаны, чопы, штаны одел. Да. Чопы?
одел. Школьные? Школьные штаны одел. Денисины. Угу. Потом одел Денисины штаны, ботинки, носки, куртку, шапку, шарф, угу. ботинки. Сели на лифт. Дядя Митя был в лифте? В лифте. Был. Дядя Митя был в лифте? Нет, не было. Мусора не было. Высыли. Снимаешь? Ну, сейчас будешь так себя вести, не буду снимать. Ну, значит, я все продукты. Тогда я вообще не буду никуда ездить. Перестань, рассказывай продукты, хватит дурить. Нет, я как бы день, так. Не надо! И хватит дурить, а. Потом. Сели на лифт. Доехали. Высли из лифта. Ладно, что-то подробно, ты не надо понять, что вышли. Высли из лифта. Сели на такси. Доехали. За сколько по времени доехали? За сколько доехали? За 10 минут. Оценка. За полчаса. За полчаса. Оценка. 5. Доехали. 5 рублей заплатили. Не. 5 рублей, что ли? 105. 105 рублей заплатили. 105 рублей заплатили. Угу. Оценка. 5. Пять. Все, подкала тебя в школу, встретила. Сначала отправила. Отвела меня мама в школу. Потом мне кто померил температуру? Анна Викторовна. Пошли в школу. Мне померил, как вот дядя, куда не имеет температуру. Александр Михайлович. Да. Александр Михайлович не померил температуру. Температура у меня была... 36. 36. Оценка. Отлично, 5. Дай что. Оценка. Было. Давай, рассказывай. Оценка. Не будем все оценивать. Все пятерка. Будем только плохие оценки. Нет. Оценка. 5. Я плохие не буду, только хорош. 5. Потом поднять по ступенькам с Екатериной Юрьевной. Угу. Сегодня Егор был. Как-то странно. Никогда Егор не закончили занятия в солнечном мире. О, у нас Егор хорошо. Нормально себя вел, да? Нет. Плохо. Его лучше ведет. Хорошо. Ева говорит, что надо себя хорошо вести. Хорошо. Она говорит, что я хороший ученик. Прекрасно. Меня так Ева говорит. Прекрасно. Потом поднялись по ступенькам. Ага. По ступенькам. Пришли в класс. Да. И Натюрок какой? Русский. Русский. Класс сделала русский, Екатерина Юрьевна. Угу. Но нет, немного... Нет, сначала был не русский, наверное, сначала был другой предмет. Завтрак! Какой завтрак? Сначала был урок. Нет, я опоздал! И чего? Вообще урока не было уже? Нет, потом урок! Ну, просто собрались, но мы на завтрак пошли. Да, собрались на завтрак. Подбрались на завтрак, взял за руку Еву, да. Поднялись по ступенькам, потом пошли руки, помыли с мылом, ага. Высосали руки. Угу. Потом на завтрак была сосиски. Угу. Потом сосиски с макаронами были. Прекрасно. Потом что было? Потом бутерброд с маслом. Угу. Потом чай с лимоном. Угу. Потом я взял за руку Еву, и поднялись по ступенькам. Угу. Вот он, молодец. Потом поднялись по ступенькам. Угу. Потом пошли в туалет с Егором и с Никитой, и с Велей. С Егором, да. И с Велей пошли в туалет. Потом вытели пипиську туалетной бумаги. Потом пошли руки помыли с мылом. Руки вытерли полотенцем. Угу. Полотенцем. Потом пошли в класс. Угу. Потом пошли в класс. Угу. В класс пошли потом. И начался урок русский. Посмотри, какой урок начался. Ставила, смотри. Стоит или... Так, началась математика. Нет. Но она поменяла, значит, речь. Речь.
Начала тереть сегодня. Угу. Начала тереть сегодня. Угу. Писали сегодня про Баршу Комбинину. Угу. Забыли! Ну ладно, Люша, не обязательно. Занимались русским. Зачем это нужно так тщательно? Мы опять не успеем. Леша, это не нужно. Ритуалы. Знают люди, что я чем занимался. Люди не поймут, бля. Дядю. Ну что ж ты там, Леша, ну ладно. Ну, писал хорошо. 27 января. Давай. Классная дятел, работа. Дятел писал. Что дятел? Дятел писал. Дерево долбил. Бил. Про слон писал. Что это за слон любит есть. Писал про зоопарк. Потом русские писали. Еще написали про русский. Да. Сделали русский. Да. Потом началась перемена. Да. Перемена. Я спросила Екатерину, можно я пойду с Егором в туалет? Да. Екатерина из-за всего. Я сходила с Егором в туалет. Вы что, вдвоем ходили? Без что? Сопровождения? С сопровождением. А кто был сопровождением? Егор. А взрослый, ты был сопровождением? Екатерина? Да. Нет. А кто с вами ходил? Только Егор, потому что он тоже. Он... Не было, потому мы что... Мы же вместе пошли, вы сходили. Не было, потому что Екатерина не пошла в туалет. Угу. Я зайду с Егором, она с Егором выходите, да, нормально. Пошли с Егором в туалет. Ходили, пошли с Егором в туалет, пописали, пиписька вот этой маской. А он вытер? Нет, он сразу, он псюард ходил. Ага. Егор псюард ходил, потом... Быстро? Да, потом руки помыл с мылом. А он мыл? Да, потом руки помыли с мылом. Угу. Потом руки вытерли. Угу. Потом пошли в класс. Перемена была, перемена была. Угу. Как пишется? Перемена. Сегодня Егор написал в тетради. Ага. Покалякал в тетради моей. Ну ладно, бывает. Чуть-чуть. Оценка? 3. Почему? Ну зачем калякать, нельзя? Перемена была. Я угостил чокопаем Егора. Егора. Кто еще? Чокопаем. Егор захотел чокопаем, но... Денис съел. Потом перехотел. Ага. Потому что... И Васю я ел чокопай, потом Егора чокопай. Чумичу, какой чокопай ты такой? Грибочки. Как называется? Чокопай, грибочки. Чокопай меня угостил. Угу. Дениса, Еву. Угу. Я спросил у Екатерины, у нее не будет. Она сказала, не будет. У нее были вкусные ананасы. Сколько стоит ананас в коробочке, как думаешь? Не знаю, 150. 150. Оценка? 5. Оценка? 5. Итог, сколько у Екатерины не получился? 150 рублей. 150 рублей. Оценка? 5. Потом. Она их ела с удовольствием. Mm-hmm. Ева захотела. Я сказала Еве, если хочешь, пойди в магазин купи. Mm-hmm. Хорошо. Или она где-то купила. Не помнишь, где она купила тебе ананас? Нет. Они же были из банки или же настоящие? Нет, из пластиковых. А, уже порезаны просто. Да. Все, отлично. Вот эти как-то были лучше. Ну, мне тоже больше нравится из баночки. Ну, тебе тоже хорошие. Все, хорошо. Давай. Потом сейчас... начался перемена. Перевугатили Дениса, Еву. Потом началась математика. Математика потом началась. Mm-hmm. Потом я писал в математике примеры. Да. Потом я писал примеры, делал вот эти, которые... Считал, сколько там бананов, чего я читал. Да. Потом я примеры поделал с Екатериной Юрьевной. Потом... Пошли на обед. Математика закончилась. Пошли на обед. Послушай, на обед да, пошли. Да. Пошли на Никиту обед. Никиту встретили? Чего? Никиту. Не сначала Никиту встретили. Угу. Встретили. Он снял куртку, шапку, шарф, ботинки. Потом Никиту встретили. Угу. Сегодня еще пришла сегодня. Вот эта девочка пришла из первого класса, она себя плохо вела, и Екатерина наказала ремень. Ты мне наказала? Нет, просто она наказала. Сказала, что у меня есть ремень, да? Да. Что могу тебя отшлёпать. Её? Да. Девочку, да. Да. Сегодня девочка наказала её. Правильно. Сегодня она бананы кидала, бананы. Не-не-не, яблоки кидала. В столовой? Нет, в классе. Ну вообще, девочка хулиганка. Я Екатерина наказала. Правильно, Екатерина Юрьевна взяла, молодец. И прислала сразу. Да. Оценку что она наказала? 5. Потом она ушла и сказала Екатерине, если будет себя плохо вести, она
вернется обратно. Ага. Хорошо сойдет. Синовин, конечно, молодец, ничего не скажешь. И раньше она, когда я занималась сочинениями тоже, когда писал, когда у меня была математика, когда я место под культуру я писала сочинение, да. Тоже она мне вот это да. делала. Да. Превратила эту вам девочку, когда да. я писала с ней. Ага. Еще давно. Понятно. На колядке был. Потом было. Математику сделали примеры. Потом Никиту встретили. Написали число 27 января. Угу. Ты что, вы в столовую ходили? Потом кушать. В столовую пошли вместе с Никитой. Да. С Евой взял за руку Еву. Угу. Потом угу. взял за руку Еву. Потом пошли на обед. Руки угу. помыл с мылом. Высосал руки. Потом пошли на обед. На обед был борщ с мясом. Да. Потом картошка с рыбой была. Угу. С рыбой. Потом была. Угу. Что потом было? Потом было. Потом была. Потом был компот. Компот. Угу. Сегодня на завтрак. Я никогда не подливал ничего. Прекрасно. Молодец, очень хорошо. Не-не-не, сегодня Денис хотел дать попить воды. Угу. Угостил меня Денис. Оценка? Хорошо, пять. Ага, дальше чем было? Потом обед закончился, пообедали, потом да. пошли в класс. Взял за руку Еву, пошли да. в класс. Угу. Пошли в класс. Начался ППД началось. Да. Началось ППД. Сначала я в тетрадке я писал по кружку. Да, да. Написал в тетрадке по кружку. Угу. По кружку. Да. Потом я поделал сокотененные примеры. Да. 27 написал. Да. Поделал примеры сокотененные. Да, да. Поделал сокотененные примеры. Угу. Потом ППД закончилось. Да. И потом Игорь тот писал. Да, молодец. В том числе. Хорошо, молодцы. И Екатерина сказала. Тщательно на нее сказала. Тщательно на нее место, потому что неудобно было сидеть на своем. Тебе? А почему неудобно? Потому что когда уроки. Удобно, а когда уроки нету, неудобно. А ты куда садишься? Еве? Ой, какой к Еве, ты раньше сидел там с Евой. А сейчас ты сидишь? С Егором, что ли? Нет. С Екатериной я сижу, когда я пишу, попадаю у меня. А ты с Екатериной сидишь? А другие ребята что делают? Пишут. Тоже пишут. Денис сам пишет уже. Молодец, обводит, да, хорошо? Да, без Екатериной. Угу. Сам делает без Екатериной. Угу. А я так делал бы хорошо бы быть. Ну и ты тоже старайся сам делать. Как это, ошибки потом будет делать? Ничего страшного. Ошибки сделаешь, потом это... Обидите? Потом, значит, будем переписывать работу над ошибками. А то будешь учиться, на ошибках учиться. Оценка? 5. Нет. Чего? Ошибка. 4. Почему? Ну, бывают ошибки. А потом как? ППД закончилось, ППД закончилось. Да. Потом отдали Никиту. И Вели на продленку. Uh-huh. Отдали Никиту и Вели на продленку uh-huh. и Дениса. Потом пошли в класс к Екатерине Юрьевне. Uh-huh. Пошли в класс к Екатерине Юрьевне. Да. Потом пошли вниз. Взял рюкзак, кофту одел, пошли вниз. Да. Поднялись вниз, одел. Носки. Да. Теплые штаны. Да. Куртку, шапку, шарф. Прекрасно. Ботинки. Ботинки. Потом... Ты сам или Екатерина Юрьевна тебя смотрела, как ты одеваешься? Сам. А где Екатерина Юрьевна была? Одевалась. Mm. Потом пошли мы вниз. Потом другая девочка тоже одевалась, Екатерина Юрьевна помогла. Девочки? А, маленькой или большой? Маленькой. Ага. Помогла. Потом приехало такси за нами. Uh-huh. Смотрела на телефоне, какой номер. Uh-huh. Потом приехало такси, приехала женщина та. Uh-huh. Приехала... Вышли и сели, да? Да, приехала женщина та. Сели. У ней была вода. Ага. А у них тут Сенежская, вода Сенежская. А, Сенежская. Сколько она стоит? Тип прайсе. Полтора литра. 27 рублей. Большая. 27 рублей большая. 27 рублей. Оценка? 5. Но мы не берем. Ага. Потому что не ищите его. Хорошо. Потом была у ней вода. Потом доехали. За сколько по времени доехали? Не знаю, за полчаса. За полчаса. Оценка? 5. Доехали, mm-hmm. доехали, расплатились, mm-hmm. расплатились, 105 рублей, uh-huh. 105 рублей, yeah. чек забыла дать, забыла дать чек, оценка? 3. 3. Зато взяли? Нет. Ну ладно. Все не брать.
Что не брать? У меня и так много чеков. Правильно. Екатерина Юрьевна стала не брать? Да. Молодец, Екатерина Юрьевна. Да. Да, потом мама поболтала с Екатериной Юрьевной. Проводили немножко ее. До малой почтовой. Потом... А Екатерина Юрьевна живет на большой почтовой. А мы проводили до малой почтовой. Потом мы зашли туда, где ботинки. Куда мы зашли на ботинки? В ортопедический салон. Ну ничего у тебя нету. Она сказала, что нет. Показала страшные какие-то говнодавчики. Сколько стоит? 11 тысяч. Страшно. Оценка? Два. Два. Выехали и пошли фикс прайс. Фикс прайс. Взяли тележку. Потом мы взяли нас. Потом мы взяли сразу вот такие вот носки. Да, носки как купили. Называется? Нормальные. Спринт. Спринт. Спринт, правильно. Спринт. Сколько стоит? Да. Спринт. Сколько да. стоит? 55 рублей. 55 рублей. Оценка? 5. Потом мы взяли сразу алоэ веру. Да, уже допили. Сколько стоит алоэ вера? 27 рублей. 20 рублей. Оценка? 5. Допью этого дедушку. Угу. Потом мы взяли, что это такое? Это... Острое. Перец жгучий. Острый перец. Сколько стоит? Сколько стоит он? Годен. Сколько такое стоит? Ага. Сколько стоит? Ой, такой 27 тоже. 27 рублей. 27,50. Да, 27,50. Да, 27,50. Оценка? 5. Давай я попробую, какая оценка. Откинь мне, попробуй. Какая. Не надо, потом. Ну хорошо. Оценка? 5. Мы такое мало пробовали, чуть да. съедали. Хороший, остренький. На сколько этого хватает? Перчёрный. На сколько его хватает? Ну, где-то на месяц. Оценка? 5. Расплатились. Подожди, мамбу взяли. Мамбу купили. Не мамбу, да, а... Для школы. Фрутелло. Для да. чего взяли? Фрутелло кушать. Куда? В школе кушать. В школу буду ребят угодить. Да. Фрутелло. Сколько стоило? Да тоже 27 рублей. 27 рублей. Оценка? 5. Итог. Сколько платилось мамбу ноли? Ой, тут ты, фиг прайс. Сколько? 130 рублей. 130 рублей. Оценка? 5. Нормально все взяли. Оценка? 5. Пять. Потом пошли мы в магазин Пятерочка. Да. В Пятерочку. Сразу в Пятерочку да. пошли. В Пятерочку пошли. Да. Туда, где малютка. Нет, сначала мы зашли, сначала идет вкусвилл купили. Сначала мы вкусвилл зашли. Угу. Другой батон мы взяли. До своего года. Год да. какой был у того батона? Да. У того батона какой был год? Не знаю. Год, вот этот, год. Какой год был? Какой год? А, тут был старый, 23 число. 23 число. Оценка? 3. Хотя можно было на сухарики взять. Ну ладно, фиг с ним, пускай свежий будет. Взяли такой батон, взяли такой батон. Батон нарезной. Молодежный, батон нарезной молодежный. Сколько стоит? 27 рублей. 27 рублей. 27,50. Правильно, да, 27,50. 27,50. Угу. Оценка? Да, хороший, 5. 27 рублей. Оценка? Вкусно, 5. Угу. Итог, сколько получился? 27,50. 27,50. Оценка? 5. Потом мы пошли в магазин Пятерочка. Пятерочка. И взяли... Что мы такое? Серёжка, не вертай эту массу. Селёдочка, массу. Сколько стоит? Селёдочка, сколько стоит такая селёдочка? 67 рублей. Клади, 67 клади, рублей. Клади, оценка? 5. Оценка? 5. И взяли еще сухарики. Хрустим с помидорами. Сколько да. стоит? 38. 38 рублей. Оценка? Нормально. 5. Вкусные. 5. До этого мама была в школе. Купила мама холст. Угу. Ой, не, жвачку. Сколько да. стоит? Итог. Сколько платилось в Пятерочке? Да там я баллами оплатила. Сколько? Ну, всего получилось за 130 рублей. 130 рублей. Оценка? 5. Пять. Были ананасы? Что тебе нет, сказал? Хотели купить ананасы. Что тебе сказал? Что тебе там сказала? Ругалась. Ну, спроси, я пошла там в это, спросить, у них есть там, это, ну, у них есть, спроси, хотела спросить, есть у них такие ананасы? Ананасы. А они сказали, нет, сюда нельзя заходить, здесь подсобное помещение, все. Оценка? 5. Нет. 3. 3. Вышли из Пятерочки, съели сухарики, да. погуляли малютки. Да. Пошли в Пятерочку. Да.
И домой сразу? Да. Чего? Не, не домой. Пошли пятерочку. Там тогда пятерочку, были. Пятерочка, она... перчики. Перчики, да, большая упаковка. Это да. Больше, чем... Ну, конечно, хорошая упаковка. Одну, завтра еще возьмет. Угу. Ложись, пора спать сегодня. Хорошо. Чего? Хорошо, давай дальше говорим. Купили персики. Угу. Сколько стоит? 116 рублей. 116 рублей. Оценка? 5. Где мы выбили? На кассе самообслуживания? Да, сами... Выбили. Да, да. Сами выбили. Итог, да. Сколько получилось? 116 рублей. 116 рублей. Оценка? 5. Сколько такая банка весит? Мы взвешивали килограмм. 1 килограмм? Да. Итог, сколько получилось на мобилу? 116 рублей. 116 рублей. Лёд, давай, рублей. Давай, давай. Всё. 116 рублей, оценка? Всё, 5. Давай, уже заканчиваем. Блин, да мне заморозило. Лёш, ты можешь договориться бесконечно. Нам надо в руки садиться. Потом мы вышли из пятерочки, угу. Погуляли малютки ещё. Угу. Погуляли ещё малютки, да. Вернулись домой. Да. Домой. Открыли, открыли калитку. Угу. Потом мы пошли домой. Да. Сидели малютки, посидели во дворе, посмотрели тетрадки, пошли домой, открыли дверь, открыли лифт, доехали до 6-го этажа, сняли куртки, сапку, сарф, ботинки, носки. Носки положили в тирку, в коробку. Да. Пописал я, руки помыл с мылом, глаза помыл, руки помыл, покакал, попу залил, покакал, покакал. Потом... Голову помыли, яйца помыли, попу помыли, тело помыли. Да. И голову еще. Баба была в оса. Баба была в магнолии. Сколько Владька стоит магнолии кофе? 25 рублей. 25 рублей. Оценка? 5. Нет, не 5. 4 с минусом. Она быстро выдыхает. 4 с минусом. Угу. Баба была в оса. Они все сначала купила. Ой, еще вот это купили. Что это такое? А, мы в аптеку зашли, купили витамины. Витамины. Сколько стоит? 31 рубль. 31 рубль. Оценка? 5. Итог, сколько получился? 31 рубль. 31 рубль, а оценка? 5. А если будем писать, как мы напишем вот это? Без чека? Да. Как? Ну, без чека напишем, и все, какая разница. Потом, так, давай расскажем, чем набрали. Потом моя мама поехала в Асан и купила крем вот такой вот. Крем. Два крема. Ой-ой-ой, сейчас расскажу. Два. Мама купила вот такой вот крем, как называется? Морковный. Морковный, сколько стоит? 50 рублей. 50 рублей, оценка? 5, не надо оценки, Лёш. Все, что вот я купила на пятёрку. Крем люкс. Сколько стоит? 50 рублей. 50 рублей, оценка? 5. Отлично. Вот такая вот ручка, сколько стоит? 3 рубля. 3 рубля. Оценка? 5. Потом мама купила 2 клея вот таких. Сколько стоит? По 16 рублей. 16 рублей. Может, отдать актинионы? А у неё есть? Ну, есть, может, я переотдать. Зачем? Ну, отдай. Будь. Ну, хорошо, отдай. Сколько такой клей стоит? 20... Нет, 16 рублей. 16 рублей, оценка? 5. Под вопросом, когда? Хорошо, под вопросом. Еще мама купила, потом вниз мама посла и купила. Да. Суп как называется? Супер-суп. Супер-суп как? Рассольник. Сейчас мы посмотрим. Супер-супер. Супер-супер. Рассольник. Сколько стоит? 25. 25 рублей. Оценка? 5. Потом мама купила томатную пасту. Сколько стоит такая? 40 рублей. 40 рублей. Оценка? 5. По акции? Уже брали. Нет, просто без акции. Потом мама купила вот это, что такое. И, кстати, её надо поставить в холодильник. Что это такое? Это икра. Икра селёдочная. Да. Икра селёдочная. Да. Сколько стоит? Была по акции 45 рублей. 45 рублей. Оценка? 5. Еще хлеб купила. Как называется? Хлеб. Сыром? А, хлеб я съел. Не, простой хлеб. Не было сыра, я простой хлеб купила. Просто хлебушек, батончик. С луком? Нет, просто хлеб белый. Белый хлеб. Сколько стоил? Всё, стоил. 10 рублей. 10 рублей. Оценка? 5. Вот это сколько стоит? 280 рублей. 280 рублей. Оценка? 5. 5. Они помогут, до головы помогут. О, отлично. И стоп, клади к тебе Юре в подарок. Потом, вместе получится. Угу. Еще мама купила вот это, что такое? Печеньки. Печеньки такие, сок стоит? 70 рублей. 70 рублей, оценка? 5. Девочка красивая. Девочка на чем катается здесь?
На самокате. На самокате, да сними. Вот и сняла. Угу. Все, засняли. Еще что? Все, давай скорее. Пакет купила. Угу. Пакет такой купила. Сок, сок, угу. Пакет с подарочным. 60 рублей. 60 рублей. Оценка? 5. Ага. Пакет бесплатно взяла тот, который маленький? Ага. Взяла бесплатно или за деньги? Да, тот, ну, беленький бесплатно они дают. Он фасовочный. Фасовочный. Итог. Сколько поделился в Басане? 700 рублей. 700 рублей. Все, доехали с Екатериной. Водителем она пообщалась с тетей. Угу. Сказала, куда едем. Домой. Все, Откуда ехать? Все, прощаем. Подожди, она сказала, кто она? Кто она, учитель. Ага. Сколько такой стол стоит в Асане? Так, стол стоит... В Асане. Так, стол стоит... 300... Не знаю. Сколько? 600 рублей. 600 рублей. Оценка? 5. Итог, сколько получился? 5. Итог, сколько получился? Итог... На стол. Стол. Стол, сколько? Итог. На стол и все, и будем прощаться. На стол. Стол, итог. 5. Хороший. Итог, сколько получился? 1000 рублей. 1000 рублей. Оценка? 5. И все. Попрощаемся. Скажем вам всем до свидания. Засними, как темно. Ой, на улице уже темно. Оценка? Ну что, все вечер. 5, надо спать ложиться. Оценка? 5. Скажем вам все, Олин, чай. И все. Всем пока. Угу. Нажимай. Точно не всегда. 100%.